Мамы разные нужны, мамы разные важны. В современной жизни женщина должна успевать расти детей и вести хозяйство и заниматься карьерой. Мы нашли сразу двух таких разных мам, которые отлично справляются со всем сразу. У нижегородского дизайнера и модельера Ольги Рыхловой четверо детей. Многодетная мама с уверенностью утверждает, дети карьере не помеха. Мама может быть активной, успешной, продвинутой. Она может создавать новые проекты, новые идеи. И дети этому не мешают, а наоборот помогают, они вдохновляют. Они вдохновляют настолько, что совсем недавно Ольга презентовала новую коллекцию одежды, где в роли моделей выступили в том числе и ее собственные дети. Дети, мои собственные дети, лучшие консультанты, когда я делаю детские для других детей, с которыми не имею возможности близко общаться. А они мне подсказывают: мама, это не модно сейчас, мама, мальчику это не понравится. И это здорово, потому что, во-первых, это сближает, а во-вторых, они мне реально помогают. Другая Ольга – мама двоих детей. Пока находится в декрете со вторым малышом, но уже стремится на работу. Она следователь со стажем. Больше 10 лет раскрывает самые запутанные преступления. Самый интересный процесс – это когда еще не установлено лицо, которое совершило преступление, когда вот нужно выяснить, кто же. И еще один, конечно, очень важный момент, когда активное противодействие, когда ты должен какими-то своими вариантами находить доказательства, неочевидные, косвенные, которые в конечном счете сплетаются вот в общий рисунок, и ты можешь доказать, что да, это именно этот человек. Как признается Ольга, она старается четко разграничивать работу и личную жизнь, что вдвойне непросто, когда супруг тоже следователь. Служебный роман перерос в дружную семью. Кстати, сейчас мама замечает, что старшая дочка тоже имеет задатки отличного следователя. Во-первых, у нее с логикой все прекрасно, ее логические построения, они безупречны. Мы даже посмеиваемся по поводу генетики и всего такого с мужем. Потому что действительно она умеет цепочку логическую выстроить безупречно. И еще там некоторые моменты у нее есть, когда она может человека писать по всем правилам криминалистического описания внешности. Две разные истории, две разные женщины, но каждая может послужить примером того, как можно и нужно жить.